Ну что, у меня, наверное, последний абсолютно свободный день в Кембридже. Утро начинается просто с прогулки. Вспомнить места так щекочет в душе. Такая все-таки ностальгия у меня уже возникла. И очень приятно вернуться. Утренняя рыночная площадь торгует такими, как будто бы домашними овощами. Огромные баклажаны, таких не видела. Надо обязательно купить гриль и жарить на гриле. Просто люди прогуливаются. Меня, конечно, всегда удивляет, насколько здесь много времени уделяют детям. Если идет просто семья, видно, что они местные, они не туристы. Мама с девочкой, папа с мальчиком или наоборот. И каждый из них говорит с ребенком. Я немножко понимаю, что у нас не так, а хочется, чтобы было так. И как вот быть в таком состоянии, чтобы всегда было о чем детям рассказать, потому что это такая основа основ. Еще зашла в церковь, но не зашла, постеснялась, потому что написано, если для просмотра церковь будет открыта немножечко позже, а сейчас идет служба, пожалуйста, заходите тихонечко. И не зашла, но там стеклянная дверь, и прямо у входа с правой стороны набросаны коврики и много-много маленьких деток. Родители сидят на скамеечках, а детки играются. Наверное, кто-то, какие-то аниматоры с ними. Вот, и... Ну, почему-то они это делают каждое воскресенье, потому что верить – это всегда лучше, чем не верить. Человек, который верит, ему жить легче. Но, как говорит мой любимый Садхгуру, мы все должны осознанно понимать, воспринимать, и любая вера, она, конечно же, она не должна быть слепой, она не должна быть... Хотя это тоже какая-то слова. Такие размышления вслух. Наблюдаю за красотами, любуюсь, смотрю, какие, возможно, концерты посетить в ближайшее время, занятия по йоге. Вот, поэтому классно. Люблю вас, пока!